В классическом варианте используются два вида мяса – свиные ножки, ушки, хвост, а также мякоть молоденького поросенка. В современной кулинарии все больше варят мужужи из свиных ножек. Смотрите. Итак, рассказываю, как приготовить мужужи. Рецепт не классический, а адаптированный к современной кухне, но с соблюдением главных правил. Ножки нужно очень тщательно подготовить к варке, вымочить, почистить. Проварить со специями и овощами. Бульон имеет темный цвет, благодаря луковой шелухе, он прозрачный, так как варился при медленном кипении. Мясо нужно мариновать в зелени и уксусе. Но не используйте обычный синтетический уксус, только натуральный винный. Удачи! 1. Свиные ножки обязательно обработайте перед варкой. Лучше всего сделать так, накануне вечером замочите их в воде с добавлением пары ложек уксуса, это уберет запах и даст возможность очистить от грязи. Утром слейте воду, хорошенько поскоблите их ножом, уделяя особое внимание складочкам. Чистые ножки сложите в кастрюлю. Залейте холодной водой и доведите до кипения. Проварите 15 минут. 2. Слейте воду. Вымойте еще раз ножки, залейте холодной водой, так чтобы она покрыла их на 2 см, добавьте лук, вымытую луковую шелуху, морковь, специи. Солить не нужно пока. Варите при медленном кипении 3 часа. Потом посолите, проварите еще час. 3. Спустя 4 часа мясо мягкое, легко отделяется от кости. 4. Готовые ножки разрежьте на 2 части вдоль. Осторожно удалите все косточки. Резать мелко не нужно, идеальный вариант, мясо должно остаться крупными кусками. 5. Измельчите кинзу и чеснок. Чеснок положите в бульон, предварительно отмерьте 500 мл. Откорректируйте на соль. Проварите минутку. 5. Измельчите кинзу и чеснок. Чеснок положите в бульон, предварительно отмерьте 500 мл. Откорректируйте на соль. Проварите минутку.